Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. 31 января на канале Домашний состоится показ сериала «Когда спадет пелена». Казалось бы, Полине очень повезло в жизни. Она живет в свое удовольствие, а все ее прихоти оплачивает состоятельный мужчина, который ее любит. Бизнесмену Тарасову нравится, что рядом с ним красавица, которая производит приятное впечатление на его друзей и партнеров по бизнесу. Но Полине надоело быть просто дорогой игрушкой. До знакомства с Тарасовым она планировала получить образование и заняться бизнесом. Лучшая ученица в школе, блестяще сдала экзамен в университет и даже какое-то время училась, но потом одна встреча перевернула ей судьбу. И вновь жизнь приготовила Полине крутой поворот. На подаренном Тарасом внедорожнике она сбила отца двоих детей, Влада, который из-за травмы потерял зрение и работу. Чтобы искупить свою вину, Полина представляется соцработником и берет шефство над Владом и его детьми. Показ сериала состоится 31 января на канале Домашний. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!